Видеолог 1. Наш корабль потерпел крушение на неизвестной планете. У нас забрали паспорта и сказали, что мы будем работать за 20 рублей в день. Плохие новости. Это Останкин. Добрый день. В эфире Мараков ТВ. Мараков ТВ. Сегодня в нашей студии... У нас нет масок, у нас нет реквизита, у нас нет нихуя, у нас нет народу, у нас есть два... Бля, это что за хуйня? Надень на себя. Нет. У нас есть кальян и... И якобы... Вообще у нас нихуя, на самом деле, только видеокамера и говно. Нам дали чаю зеленого. И сказали сосать хуйцы. С нами на самом деле обращаются как говном. Мы полчаса прождали это самое на входе, потом нас долго, блядь, пропускали через тот самый пропускной пункт. Потом сейчас завели в кафешку. Сейчас ряки сидят, радуются своей нелегкой доле. Мы в костюмерной. Здесь ад, удар и сагамия. Also, нет тачка ссать в раковину. Нет интернетов. Ты выглядишь как звезда. Вон та самая раковина, которую надо ссать. Вот эта звезда. Ну и как завести этот Тардис Булджат? Какой? Никакой. Тардис. Так, и раньше у нас все идет по пизде. Масок как не было, так и нет. А без масок мы хуи простые. БВ еще что-то мастерит. Ай, блин. Пока никаких. Алло, двачи. Меня по телевизору показывают. В этом буфете рыжик купил бутерброд за 25 рублей. О, здесь дохуя всяких хуёв. End of story. Хейт свой ёбан. На вашем счёте недостаточно средств для совершения звонка. Ну вот и закончили съёмки. У тебя денег нет? Да, у меня нет денег. Ой, блин. Короче, они звонят херке. Давай мою трубу. Хреново. Да. Только что, блядь, БВ чуть не отпиздил в студии якобы дружков этого Эрика. Самый фейл заключается в том, что это было именно чуть не отпиздил. Потому что если бы отпиздил, это был более-менее вин. Просто ему не сказали, что пиздить можно, поэтому он сдерживался. Короче, это был фейл. Хейтс. А вот это, блядь, Останкинская нахуй башня. Всем пизда. Они потом и это самое бумажки. Это Останкино, во всем, блядь, величии. Это Монахельс. Кроме меня вот это вот крупный план.